Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Понедельник, день тяжелый. Как всегда, куча дел. После работы на базе ехать в центр города. Вот сейчас я немножко поснимаю даунтаун. Я вам поснимаю немножко центр города, другого ракурса. Посмотрите, вид, конечно, очень впечатляющий. Но жить бы, конечно, я там не хотела. Для этого, конечно, много причин, но сейчас в подробности вдаваться не буду. Мы уже отъехали на пару километров самого центра. Посмотрите, это район уже старый, сформировавшийся. Здесь, смотрите, какой красивый стрит-арт на зданиях. Не знаю, как он получил права, при виде пожарной машины должны уступать место, когда она на вызов едет. Решили заехать в один магазин. Если вы помните моих предыдущих видео, я заказывала посылку с Gap, там были детские джинсы. Хочу заехать в другой магазин, посмотреть цены там, какие сейчас, что там есть, чтобы знать, сдать мне их или оставить. Сейчас мы направляемся в магазин, где продается брендовая одежда по низкой цене. Это один из самых популярных и, наверное, самых любимых магазинов канадцев. Поэтому я его тоже очень люблю. Много чего там интересного покупала. Ну, сейчас давайте посмотрим, что там сейчас за цены и что за вещь там сейчас есть. Магазин этот называется Marshalls, есть такой же магазин Winners, у них одна и та же главная компания, названия разные, вещи также одни и те же, цены одни и те же, не знаю почему так. Ну, так интересно, они мебель выставили прямо в начале магазина. Обычно у них там в конце стоит. Столик, который мы сейчас прошли, стоит $299, ну, плюс налоги 13%. В рублях это 24 700, где-то так. Ну вот, мы дошли до детского отдела. Да, они уже поменяли сезон. У них уже тут осенне-зимние вещи. Вот, например, куртка. Сейчас я вам подскажу цену. Вот цена с налогом где-то выйдет 56-50. В рублях это где-то 4150 рублей. Ну вот, куртка Nike. Цена 69,99 плюс 13% налога, только потому что это уже бренд, поэтому цена сразу выше. В рублях это уже где-то 5800.
Ну вот, видя ветровку такую неплохую, ее цена $35. В рублях где-то выходит около 3000. Вот смотрите, какая классная джинсовая куртка, утепленная. В рублях она выходит где-то 3300. Ну вот, нашли тут джинсы брендовые. Guess стоит $25 плюс 13% налога. Это приблизительно где-то 2100 рублей. Честно говоря, джинсы не понравятся, они слишком скини. Для мальчика вообще мне не нравится, когда как лосины джинсы сидят. В общем, решили, конечно, не брать, даже не мерить. Решила пойти посмотреть, что у них там есть в отделе распродажи. Там у них бывает еще дополнительная скидка на товар, то есть вообще можно по хорошей цене купить. Ну и, конечно, вокруг буду смотреть, что интересненького есть. Вот этот сет в рублях стоит 14 900. Ну, смотри, как интересно сделано. Странно, обычно по правой стороне на этих полках у них распродажа еще дальнейшая бывает, но почему-то здесь ничего нету. А может, они переместили куда-то в другое место? Сейчас пойдем посмотрим. У них тут сет полотенец красивых, выходит в рублях где-то 2500. Здесь у них разные органайзеры, очень люблю такой вот. Ну, в общем, тут вроде ничего не нашли. Направляемся к выходу. Не могла пройти мимо. Мне такие вот кардиганы, накидочки очень нравятся. Сейчас посмотрю, что здесь интересного есть. Ну вот все, мы направляемся уже к выходу. Не могла пройти мимо, видя такую красивую рубашку. Цена у нее тоже такая красивая, в рублях получается 14 900. Поэтому решила я просто пройти мимо. Ну, в итоге в магазине ничего не нашли там. Джинсов вообще как-то было маловато. Спортивные штаны есть, там футболки, все остальное есть. А вот именно джинс таких подходящих не было. Поэтому решили джинсы с Gap оставить. Мне их дизайн тоже понравился, так как джинсы были широкие, не в обтяжку. Поэтому их оставим, а вот женские уже придется сдать. Поэтому это будет наша следующая поездка. И на этой нотке я буду заканчивать наше видео. До новых встреч!